яркие представители молодежного сообщества Саратова сегодня официально организованно идут по главной улице города. Хотя участников шествия не так много, как планировалось, импровизированный парад все же решили провести, чтобы доказать, что активная молодежь в городе есть. Горячие! Задорные! Задорные! Здоровые! Здоровые! Молодежь вперед! Молодежь вперед! Как говорят организаторы молодежного передвижения, сегодняшняя задача – мотивировать их поколение, наглядно показать, что спорт и здоровый образ жизни не вышли из моды. Мы хотим сказать то, что у нас молодые люди есть, активные, с активной гражданской позицией. То, что они готовы поучаствовать даже в таком шествии, конечно, у нас получилось малочисленное, они поучаствовали в этом шествии. И то, что говорит, что мы есть, мы готовы проводить что-то, мы готовы участвовать, мы готовы развивать дальше город. А на театральной площади уже начали активно готовиться к вечернему концерту, в котором примут участие молодые люди из 20 районов области. Наталья Сулюкина, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов.